Жители региона, заранее предупрежденные о закрытии трасс из-за погодных условий, игнорируют меры безопасности. Недавно, в период обильных снегопадов, среди автолюбителей вызвала резонанс новость о том, что их будут штрафовать за выезд на закрытые трассы. И один из таких случаев уже зафиксирован в Восточно-Казахстанской области. Минуя блокпосты, а заодно и распоряжение правоохранительных органов, водитель был привлечен к административной ответственности. Подробности об этом случае расскажут мои коллеги. Зима и без того является самым сложным периодом как для передвижения пешеходов, так и для безопасности водителей. А с учетом того, насколько сильные снегопады настигли областной центр в этом году, этот сезон можно смело назвать аномально снежным. В итоге это стало причиной приостановления движения транспорта на трассах области. В этот период у сотрудников экстренных служб реагирования изрядно прибавилось работы. Полицейские и спасатели усилили несение службы на аварийных участках дорог, чтобы оперативно оказывать помощь каждому, кого снежная стихия застанет врасплох посреди пути. И что немаловажно, ежедневно в средствах массовой информации и социальных сетях появлялись объявления от стражи правопорядка, в которых сотрудники полиции просили жителей области по возможности оставаться дома, не подвергать себя и своих близких опасности. В связи с суровыми погодными условиями этой зимой, в целях защиты личной жизни и здоровья граждан, сотрудниками полиции были перекрыты республиканские, междугородние и межрайонные дороги. Неповиновение законному распоряжению или требования сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им своих служебных обязанностей, а также воспрепятствование их законной деятельности, влечет наложение штрафа в размере 20-месячного расчетного показателя либо к административному аресту на срок до 15 суток. Однако, несмотря на многочисленные предупреждения, некоторые водители все-таки пошли на риск. Кому-то повезло избежать снежного плена, а вот другие явно переоценили свои силы. Один из таких нарушителей, 39-летний житель Зайсанского района, не повинуясь законному требованию сотрудника полиции, выехал на закрытую трассу республиканского значения Омск-Майкопчагай. Проступок автолюбителя не сошел с рук, его привлекли к административной ответственности. Однако, несмотря на введенные сотрудниками полиции ограничения из-за непогоды, были факты выезда на трассу. В связи с этим на практике применялось привлечение граждан к административной ответственности по статье 667 настоящего кодекса. Так, 4 января 2023 года в отношении 39-летнего жителя Зайсанского района по части 1 статьи 667 настоящего кодекса составлен административный протокол, и постановлением Зайсанского районного суда ему наложен административный штраф в размере 21-месячного расчетного показателя, то есть 72 450 тенге. В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области напоминают, что не стоит игнорировать штормовые предупреждения и выезжать на труднопроходимые заснеженные участки местности при неблагоприятных погодных условиях. В случае поездки необходимо быть максимально внимательными и осторожными, строго соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также не игнорировать требования стражи правопорядка. Карина Мурадова, Алтай Акпарат.